Всем салют, дорогие друзья! С вами канал «Китай стал ближе», и сегодня на распаковке у нас три интересных посылки. Сегодня три интересных посылочки у нас на распаковке. Давайте начнем вот с маленькой и посмотрим, что у нас пришло. Шла посылка 35 дней, оценена она в $5. Все хорошо запаковано. Трек номер не отслеживался. Здесь пришли стикеры, наклейки. Давайте посмотрим, что за наклеечки пришли. Это, наверное, да, куча вот таких вот наклеек. Пришла куча вот таких вот наклеек. Здесь должно быть, если я не ошибаюсь, не подводит мне память, 50 штук по заказу. Вот таких вот разнообразных наклеек, разных всяких разных, будем все обклеивать этими наклейками. Хотел я обклеить стол, но увидел у одного на канале, уже он обклеивает стол, так что придумаем что-нибудь другое, что можно сделать с этими наклейками. У кого есть варианты, можете написать в описании, что можно с ними сделать. Вот такие классные наклейки, много этих наклеек, 50 штук наклеек. Причем стоят они недорого и довольно-таки интересно. Что-нибудь на ноутбук можно приклеить, там, не знаю куда, на стол, на шкаф, на холодильник. Да много куда можно приклеить. Ну что ж, ладно, теперь давайте приступим ко второй посылочке. Вторая посылочка шла 28 дней. Трек номер также не отслеживался. На дешевых товарах трек номера не отслеживаются. Заклеена она тут чуть-чуть скотчем. Сейчас посмотрим. Здесь, по идее, должен быть провод. Заказывал у меня один друг мой провод. Сейчас посмотрим. Оно, не оно. Точно, это провод. Это провод. Провод это для подсоединения HDMI. С одной стороны HDMI, с другой стороны вот вход для компьютера. По-моему, он хотел подключить, у него там что-то с монитором ноутбука. Он хотел подключить ноутбук телевизору. Так что вот такой вот провод пришел. Длина его, давайте посмотрим, какая его длина. Ну, 1,5 метра точных есть, да, 1,5 метра, наверное. Вот такой вот провод, качество вроде хорошее, передадим владельцу. Давайте продолжим, что у нас дальше. Дальше вот такая вот посылочка, такая вот картонная коробочка. Сколько она шла, я не посмотрел, но здесь должен быть один из двух кулеров. Трек номер также не отслеживался. Давайте посмотрим. Заказал я кулера, хочу поставить супруге на компьютер для дополнительного охлаждения, поскольку компьютер стоит под столом и плохо охлаждается, так что подумал я, что нужно будет дополнительное охлаждение на ее компьютер. Давайте посмотрим. Значит, идет в комплекте вот такая вот бумажечка. Это, я так понял, что-то типа визитки магазина. Ну, тут, естественно, склоняют нас к тому, чтобы поставить 5 звезд, положительный комментарий оставить. Ну, если все хорошо, то, естественно, оставим положительный комментарий. И вот такой вот кулер. Такой вот кулер, пупырка. Наконец-то пришла нормальная пупырка. Можно пощелкать, успокаивать нервишки. И вот такой вот кулерок. Такой вот кулерок, он должен быть с подсветочкой. Сделаю отдельное видео по установке этого кулера и заодно проверим, светится он или не светится. На первый взгляд все замечательно, крутится свободно, довольно-таки хорошо. Пластик прозрачный. Единственное, что боюсь, по толщине, наверное, толстоват, может не влезть. Хотел сделать, чтобы сквозной продувался насквозь системник, но посмотрим, влезет, не влезет, будет видно. Ну вот, на сегодня все. Вот такая вот распаковка у нас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, придумайте, что можно сделать с наклейками. Ждем следующих распаковок. Все, всем пока.